По меньшей мере 13 человек погибли и 15 были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей в ночь на воскресенье в Заинском районе Татарстана. По данным местных властей, около половины первого ночи по местному времени пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара-Ижевск, столкнулся с грузовиком «КамАЗ», перевернулся и загорелся. Причина происшествия пока не называется. По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Власти региона объявили 2 июля днем траура по погибшим в катастрофе. По факту аварии возбуждено 2 уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель людей по неосторожности, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Водители автобуса и грузовика задержаны для выяснения подробностей произошедшего.